Привет, друзья! На прошедшей московском ВДНХ выставке «Россия» военные России всерьез заинтересовались белорусским тяжелым БПЛА «Буревестник МК». Не исключено, что его закупят российские войска. БПЛА «Буревестник МК» разработан Национальной академией наук Белоруссии и может выполнять разведывательные функции и ударные задачи. БПЛА способен поражать управляемыми и неуправляемыми ракетами С-5 различные цели, включая легкобронированную технику. Максимальная высота полета дрона составляет 5000 метров. Разведывательно-ударный вариант дрона обозначается как «Буревестник МК». БПЛА несет полезную нагрузку массой до 80 кг и имеет телевизионную, инфракрасную камеру, фотокамеру и лазерный дальномер. В условиях прямой радиосвязи максимальный радиус применения дрона составляет порядка 100 км. При использовании двух ретрансляторов дальность управляемого полета будет 500 км. По утверждению разработчика, в автономном режиме полета по заданной программе БПЛА «Буревестник МК» за 10 часов полета способен преодолеть более 1000 км. Планируется довести дальность полета до 1500 км. Как сообщается, БПЛА на 80% состоит из белорусских комплектующих. БПЛА «Буревестник МК» оснащен двигателем мощностью 62 лошадиные силы и имеет максимальную взлетную массу 320 кг. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.